Добрый день, уважаемые трейдеры! Вас приветствует компания WinOption Signals. И сегодня у нас обзор торговой платформы TradingView. И если вы еще не подписаны на наш канал, то обязательно подпишитесь и нажмите на колокольчик. А мы продолжаем. Торговая платформа TradingView начала свою работу еще в 2011 году. И главной целью компании было объединение трейдерского сообщества в одном месте. Такой подход дал возможность обмениваться информацией, делиться своим видением рынка, общаться с другими трейдерами и благодаря этому повышать свой навык в торговле. Команда сервиса TradingView имеет несколько офисов по всему миру. Основной офис компании находится в Нью-Йорке, а другие расположены в России и Англии. Сама платформа доступна для пользователей на 18 разных языках, включая русский. Но самой популярной до сих пор остается англоязычная версия. Главным плюсом данной торговой платформы является то, что пользоваться ей и проводить анализ можно как для рынка Форекс, так и для бинарных опционов, фондового рынка, срочного рынка или криптовалют. И если более подробно говорить о возможностях и преимуществах торговой платформы TradingView, то она позволяет проводить расширенный технический анализ, так как для этого доступно множество графических инструментов, индикаторов и стратегий. Отбирать и фильтровать торговые активы при помощи скринера. Отслеживать множество финансовых новостей и экономических показателей, включая статистику и финансовые отчеты компаний. Вести полноценную торговлю после подключения брокерского счета. Общаться и делиться своими идеями или прогнозами с другими трейдерами. Изменять цвета и визуальные настройки графиков, а также создавать пользовательские индикаторы с помощью специального редактора Pine, который вшит в платформу. Если сравнить платформы TradingView и MetaTrader 4, то сразу становится понятно, почему в последнее время все больше трейдеров выбирают именно TradingView. Не обходят стороной эту платформу и некоторые известные финансовые интернет-ресурсы, которые пользуются графиками TradingView, а также добавляют их на свои порталы и сайты. На нашем сайте в разделе «В помощь трейдеру» и на вкладке «Живой график» также можно найти встроенную платформу TradingView, которой можно полноценно пользоваться для анализа и обзора рынков. Несмотря на то, что платформа TradingView является браузерной, это не делает ее похожей на брокерские веб-платформы, которые являются неудобными и малофункциональными. Преимуществом TradingView можно отнести удобный и понятный интерфейс, который даже в бесплатной версии в разы лучше некоторых терминалов. Работу с сервисом TradingView в любом месте, где есть интернет. Сохранение всех настроек и графических элементов на бесплатном сервере. Дополнительный функционал для продвинутых пользователей. Сама платформа разделена на несколько удобных блоков, в которых находятся основные инструменты для работы. Слева находится множество графических инструментов, которые можно использовать для анализа финансовых рынков. На панели справа можно видеть торговые активы, а также информацию о каждом активе и другие полезные опции, которые рассмотрим далее. Вверху можно видеть панель выбора таймфрейма, панель выбора типа графиков, а также индикаторы. Внизу находится скринер, заметки, редактор Pine, а также тестер стратегий и торговая панель. Для изменения визуальных настроек можно перейти в специальное меню, где выбрать новый цвет свечей, а также фон графика и другие визуальные настройки. На платформе TradingView можно смотреть и анализировать графики почти любых торговых инструментов, которые существуют в мире. Для этого нужный инструмент можно добавить в свой список или просто найти его в поиске. Переходим на вкладку поиска, где написано слово «Добавить». Вводим нужный инструмент и получаем список всех доступных инструментов. И как можно видеть, на платформе можно посмотреть график валютной пары евро-доллар с котировками от разных брокеров. То же самое относится и к любым другим активам, будь то акции, фьючерсы или криптовалюты. Если говорить о таймфреймах на платформе, то они есть различных видов. Это как секундные таймфреймы, а также различные виды минут, часов и диапазонов. Но стоит отметить, что секундные графики, а также некоторые виды других таймфреймов могут использовать только пользователи с платной подпиской.
Тип графиков на платформе TradingView довольно широк, и для выбора есть как стандартные бары либо свечи, так и хекин-аши, либо область или линия. А также есть более экзотические варианты, например, Ренка, линейный прорыв, каги или крестики-нолики. Но экзотические типы графиков для внутридневных таймфреймов доступны, к сожалению, тоже только на платной версии. На платформе можно проводить анализ при помощи множества индикаторов, которые доступны бесплатно. Для того, чтобы добавить индикатор на график, необходимо перейти на панель индикаторов, где выбрать нужный индикатор, к примеру, MACD. Настроить индикатор можно прямо с графика, нажав на настройки и указать все нужные варианты. Также можно добавить еще и другие индикаторы, которых на платформе довольно много. Помимо стандартных индикаторов, на платформе имеются и встроенные стратегии, которые находятся там же в разделе индикатора, например, RobBooker. И в данном случае мы получаем полноценную рабочую стратегию. Помимо сигналов, которые указывают, когда входить в сделку, мы также можем видеть и статистику по данной стратегии. И подобных стратегий на платформе очень много, из которых можно выбрать ту, которая подойдет именно вам. Чтобы удалить стратегию с графика, достаточно просто нажать на крестик. Еще одной полезной функцией TradingView является наложение графиков. Это может подойти для того, чтобы наблюдать корреляцию определенных активов или проводить анализ сразу нескольких инструментов. Для добавления других активов необходимо нажать на кнопку «Сравнить», после чего выбрать предложенные варианты или ввести в поиске свой. Для примера мы рассмотрим предложенные варианты. И как итог видим такой график. Цены на таком графике отображаются в процентах, что также удобно использовать для построения торгового портфеля. Для того, чтобы убрать ненужный инструмент, слева вверху также нужно нажать на кнопку «Удалить». Как уже говорилось ранее, платформа TradingView имеет в своем арсенале множество графических инструментов, которые удовлетворят даже самого изощренного аналитика. И для анализа доступны линии тренда, а также инструменты Ганна и Фибоначчи, различные геометрические фигуры, а также текстовые заметки и паттерны, а также инструменты для измерения и прогнозирования. Для примера можно воспользоваться одним из паттернов, например, треугольником. Выбираем нужные точки для построения и по итогу получаем треугольник. Хоть данная формация и не совсем похожа на восходящий треугольник, но данный паттерн является очень удобным для таких построений. И таким же образом строятся любые трендовые линии или, например, горизонтальные линии, а также линии для определения времени. Для удаления ненужных инструментов достаточно выбрать их и нажать на клавишу Delete или на корзину на панели. На панели справа, помимо списка котировок, можно также наблюдать информацию об инструменте. И в нижнем окне можно видеть текущую цену, а также дневной диапазон и диапазон за год, то есть за 52 недели, а также небольшой технический индикатор продажи либо покупки. По каждому инструменту также можно видеть новости, которые находятся чуть ниже. И в данном случае по евро-доллару можно наблюдать все новостные сводки. Также на панели сразу присутствует и экономический календарь, который можно также запустить и посмотреть, например, будущие события. Из множества других функций есть на данной панели и чат трейдеров, в котором можно поделиться своими идеями или пообщаться с другими трейдерами. И на данной панели чатов можно найти различные чаты по таким тематикам, как акции и индексы, криптовалюты, форекс, нефть, бинарные опционы и множество других чатов. Для тех трейдеров, которые любят отбирать торговые активы в начале дня, существует скринер, который есть как для криптовалют, так и для акций или форекс.
В данном скринере можно наблюдать текущую цену, процентное изменение, а также советы по продажам либо покупкам. Таким же образом можно отсеивать по всем нужным таймфреймам или инструментам. Если у вас есть торговый счет брокера, который поддерживает торговую платформу TradingView, то на торговой панели можно подключить такой счет. Для выбора брокеров необходимо нажать на значок трех точек внизу, после чего выбрать нужного брокера. И для торговли в итоге можно использовать торговую панель, либо стакан сделок, который также запускается с правой панели. Все торговые идеи можно найти на вкладке «Идеи», где можно выбрать такие разделы, как класс активов, трендовый анализ, гармонические паттерны, графические паттерны, индикаторы, волновой анализ, ГАН и все, что не касается технического анализа. Чтобы ознакомиться более подробно с идеей, нужно перейти в определенный раздел, к примеру, трендовый анализ и спрос и предложение. И здесь можно посмотреть все идеи трейдеров. И если вас заинтересовал какой-либо анализ или идея, то можно перейти в него и более подробно с ним ознакомиться. Также, если трейдер или аналитик сделал какой-либо прогноз и указал его на графике, то можно посмотреть, как разворачивались события по итогу. И в данном случае у нас был показан рост и цена. Давайте посмотрим, оправдался ли данный прогноз. Как можно видеть, данный трейдер не совсем угадал с прогнозом и направлением цены. Таким же образом можно наблюдать и любые другие прогнозы. И очень большим плюсом является то, что после того, как трейдер или аналитик сделал свой прогноз и опубликовал его на сайте в идеях, то поменять его он более не сможет. Что делает сервис TradingView очень честным в плане анализа, так как здесь невозможно переделать свой прогноз в будущем. И именно поэтому авторы каналов с сигналами здесь не приживаются, если они на самом деле не умеют прогнозировать рынок. Если говорить о платных возможностях платформы TradingView, то они намного шире, чем дополнительный выбор таймфреймов и видов график. И владельцы Pro-аккаунтов также имеют возможность открывать несколько графиков одновременно, использовать на одном графике любое количество индикаторов, использовать профиль рынка, использовать объемы в реальном времени, получать котировки с мировых бирж также в реальном времени и убрать рекламу. И по итогу хочется сказать, что изучив все возможности платформы, можно будет понять, что на данный момент из бесплатных и широко используемых аналогов нельзя найти терминал или платформу более удобную, чем TradingView. Поэтому каждому трейдеру, который планирует заниматься торговлей бинарными опционами или на любом другом рынке, будет полезно использовать данный сервис для анализа, общения и повышения своего навыка в трейдинге. Если данное видео было для вас полезным, то не забудьте поставить лайк, а также подписаться на канал. И нажмите на колокольчик, установив в настройках уведомления на все видео, чтобы не пропустить обсуждение самых интересных тем с нашего сайта. Желаем удачной торговли!